Merry Christmas, you filthy animal. Всем привет, друзья, это Вика, и сегодня мы покажем программу тренировок для девушек. Это будут вообще разные упражнения на разные группы мышц, поэтому смотрите, Вика будет показывать, и я буду объяснять, сколько повторений, сколько там подходов нужно делать. Будет интересно, будет серия прям видосов. Полетели. Итак, в этом видео мы будем прокачивать с Викой ноги, да? Первое упражнение – это у нас жим ногами. Сколько подходов делаем? 4 подхода по 15 раз. По 15 повторений. В этом упражнении важно следить, чтобы ваши носки не заходили за колени, потому что тогда будут суставы идти на излом, и это очень плохо. Следующее упражнение у нас сразу же после 4 подходов на жиме ногами идут разгибания на блоке. Тоже делаем, да, 4 подхода по 15 повторений где-то, да? Ну, по 20. А как ты делаешь, увеличиваешь вес или как? Или да, наоборот, да, знаешь, увеличиваешь? Да. Начинаем с маленького веса, доходим до большого. И делаем по 20 повторений. В том упражнении, которое она сейчас делала, важно очень делать подконтрольно, медленно, чтобы прорабатывались мышцы, они прям начнут гореть, вы почувствуете, да? У тебя начали гореть ноги? Очень. Вот, то есть вы должны медленно делать, а не рывками. То есть совсем медленно, плавненько прокачиваем мышцы, а не рвем мышцы. Следующее упражнение – это сгибание ног на блоке. Это прокачивает бицепс бедра. Тоже делаем 4, да, подходика. По сколько повторений? По 15. По 15 повторений. Cover my life, so it has to end. It's over this time, yet you came and went. Следующее упражнение, ребят, это сводки, разводки на тренажере. Прокачивает внутрь бедра. Внутреннюю часть бедра. Да, внутреннюю часть бедра. И это очень хорошее упражнение для девушек, чтобы ноги, короче, не были дряхлыми, не было никакого целлюлита. Да? Сколько делаем? Тоже 4 подхода по 15, да, повторений? Ну, если можете, по 20. Отлично, погнали. Любое упражнение, которое вы делаете, вы должны делать все подконтрольно, медленно. Вы не должны спешить, не должны рвать мышцы, а должны их прокачивать. Это важное правило в бодибилдинге. Следующим упражнением Вика решила добить ноги на смите с небольшим весом, то есть просто добивание. 4 подхода раз по 10 с максимальным весом, с которым вы можете приседать. Ну а после 4 упражнений вы с большим весом приседать не сможете. В этом упражнении также следим, чтобы колени не выходили за носки, потому что если они будут выходить, то будет излом колена, и это ни к чему хорошему не приводит. Короче, еще выпады, добивания выпадами, да? Тоже 4 подхода? 4. Она вообще маньячина. I wish that I was fine, but the pain it never ends. It's never summertime, winter always pulls me in. And I feel so lost, and I feel so down. No, this pain won't stop, with my face up on the ground. And I wish I could. Все, прокачку ног мы закончили, поэтому подписывайтесь на канал, и следующими видео вы увидите уже, как мы прокачиваем грудь и остальные группы мышц. Подписывайтесь, пока. The underworld to bring forth this beast.